have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Всем доброго времени суток. У нас тут очень интересная походка организовалась у всех присутствующих. Я не знаю, кто на веселе. Короче, когда бегаешь, нормально, но когда ходишь, оно... Вот, в общем-то, то, что мы проходим уже... Что, второй год? Второй год мы эту игру проходим, да? Я не знаю. Сказалось положительно, потому что вылетела очень большая обнова на Баратравму. Сегодня мы Флаг будем... жалуется на то, что она очень хорошая. Да, жалуется на то, что она просто офигенная, и все стало просто космически в разы лучше. Поехали, вообще. Запускаемся. Нажмите на Alt. Не надо. Как вам? Нормально, но, ну блин. Это для консольщиков. Теперь, если в одном месте, короче, стоит куча говна, предметов... Понятно, что вы... делать могу. Да-да-да-да-да, это реально упрощает игру. Мне очень нравится. Это офигенно, я могу вот тут понять, что здесь валяется. Есть те, кто в этой играет на геймпаде? Ну, кросс-платформинг же добавили. Посмотри, какой здесь говна валяется. Да, реально стало гораздо удобнее. Теперь можно говно с помощью альта искать. Подожди, альт это же была кнопка для лута из Диабло. Шалеть, если бежать по нашей базе и зажав альт, то становится страшно. Можно слоить этот... Паническую атаку. Я сейчас это тоже можно. Это трындец. Пипец, что это? Сколько же много у нас говна. Да. Storage canister. Ну да, water detector. Water detector! Поплыли! Давай, все. Запускаем. Water detector, это который к полу прикреплен, пожалуйста, не подбирайте, а то подлодку разберете. Она не подбирается. Я сейчас отплыть нажму. Давай, нажми. Хорошо, хорошо. А куда мы отплываем? Ну, туда. Вы же там взяли задание, все дела, все хорошо. Да-да-да. Вот. Теперь, знаете чего? Я очень рад. Теперь после сохранения. Если вы вышли, есть квесты, и эти квесты с вами навсегда, они у вас не пропадут никуда. Пока ты их не выполнишь. Да. То есть ты их можешь, в принципе, никогда не выполнять, и у тебя будет копиться 500 квестов. Да. Класс. Да. Мне, честно говоря, эта обнова, она просто шикарная. Все стало так хорошо. Угу. Жалуется и... не то, что хорошо, это в тренде, это я уже понял. Мне очень нравится, как у меня теперь сервер стабильно работает. У меня нет просадок. Они обновили, как я понимаю, оптимизацию. И теперь я могу держать сервер, не боясь то, что у меня всем там электричество выбьет. Звучит волшебно. Я бы сказал, шикарно. Загружает, кстати, по-моему, быстрее. Либо... Ни хрена. Ни разу не быстрее, ни разу не плавдяницу. Но, по крайней мере, работает. Оно работает. Раньше не работало. За что им уже спасибо, так что все пучком. Ох ты, так, нам где-то должны были выдать эти. Какое у нас там задание? Давайте, ребята. На руины и еще где-то такой клоунский став должен валяться. Клоунские эти. Ребят, из вашего они обновили чат. Что? Блин, почему я в Enter тянусь? Чего? Они обновили чат. Как чат теперь вообще отвечает? В плане... А. Прикинь, теперь... один пишет, другой отвечает ему. Да. Yeah. Это раз. Теперь все фразы, они не только в чате, они еще и в игре. А почему все с переводом стало? Ну же было все... Или мне кажется? Может, у тебя само сменилось. Вы теперь можете что-то написать в чат, это у вас над головой отобразится. Как в Роблоксе. Хорошо, поехали. Меня очень интересует вопрос, а где, собственно говоря, блин, грёбаный наш отсек с этими? А, Флаг, иди сюда. Куда? Ты где? А, у рубки. Понял. Так. Короче, смотри, становись вот тут справа от меня. Да ё-моё, пишем мой ник из этого, из Джима. Я имя пишу, ты фамилию. Не надо, блин. Не, давай лучше не надо, реально. Да у меня норм ник там. Чего у тебя там за ник, подожди? Под колбасой тот, да? Ну мы как бы
собирались поиграть, они... Да, давайте играть, все, пофиг, короче, объясняю быстро суть миссии. Нам где-то должны были дать ящик, в котором лежат сканеры. В итоге дали... Очень грустно, если дали именно то самое. Судя по всему, его и дали, потому что я не могу нигде найти долбанные эти сканеры руин. Куда я вообще поплывем? Ну вот, и бегайте по кораблю, ищите где-то сканеры руин, они где-то есть. Их заруинили, не надо. Отдожми. Я пока пытаюсь обеспечить нам огневую поддержку. Я нашел сканер руин. Ура! У нас три штуки. Короче, рассказываю, в чем суть. Сейчас мы, по идее, должны приплыть к руинам прошлой цивилизации. У нас корабль есть... не лопнет нафиг. Почему? Глубоко. 5600. Что за музыка? Музыка всегда была. Короче, рассказываю. В руинах три локации. У нас есть три сканера. Шансов на запар нету. Мы должны приплыть, отсканировать все. Сканер. Да. Каждый возьмет себе по сканеру тогда. А сзади цели. Блин. Эти сканеры, они работают, блин, как это. Ух, ё-моё! Вниз уходит потихоньку. А-а-а. Нет, не уходит. Убью. Я боеприпасов! Я принес лишний ящик. Зареди, наверное... пожалуйста. Иду. Где? Да вот. Вот этот выкинуть. Выкину. Пихните, пожалуйста. Да, я ж только что тут скидывал два ящика припасов, куда они... На блин, передний, сраная передний... команда! На переднюю пушку пересядьте кто-нибудь, на двойную которую. Там сейчас. Очень хорошо сейчас стрелять будет. На, я поставил туда припасы. Спасибо. Так. Ребят, напоминаю, что монстры теперь целятся в нас. Да, я скажу, принесу припасы. Я приготовил нам тут два ящика припасов по-человечески, чтобы перезарядиться. Прибежала сраная команда. Сюда. Так, сейчас. Несу следующий. Не разваливаться, корабль. Эта посудина сегодня не затонет. Перезаряжено. Она уже тонет, если что. Мы сели на мель. Бам. Так, там кто-то отъехал. Большой что ли? Мертв. Большой мертв. Много. Да вот это только мешается, они патроны воруют. Так, я что-то убил большой. Меня. Я ненавижу физику течения, они ее так и не пофиксили. Я умею дышать под водой, меня не убивает давление, но почему-то мне мешает держаться за этот, за оптику течения. Заваривайтесь. Там или почти никого не осталось, или... Ну? Раньше давали за то, что мы свариваемся, за то, что мы корабль по частям сварим, раньше за это давали очки механики? Да. Нет. Ну, по-моему, если и давали, то очень мало, значит. Ну, мне просто, я сейчас свариваю, мне два очка механики уже дали. Ну, я ничего не делаю, правда. Альт. У нас еще кто-то остался там, кто нас бьет, что ли? Понятия не имею. Да. Чё? Ловите бус на этот. На ремонт. Мы теперь ходим вальяжно. Блин! Да. Эту пушку надо перезарядить. На тебя баф подействовал? О, первый труп. Наш? Ну, тут, да. Пипец. А где корабль вообще? Нас там еще одна штука сверху грызет. Я сейчас перезаряжусь, попробую снять ее. Давай. А что случилось? У вас тоже залагало? Нет. Да. Офигеть. У меня FPS исчез просто. Плюс-плюс. Не вижу, где эта тварь стоит. Скажем так, центра корабля больше не существует, забудьте про него. Где-то потерян.
Что? На потолок я завариваю. Ладно, почини пока что. Ты тут починишь. Ты стреляй, наверное, лучше. Да там одна штука, я ее где-то ел, пока сходил за припасами. Она через этот, через реакторную стреляет в меня. Она внизу? Откуда-то с хвоста. Да, откуда-то снизу. Сейчас. Из хвоста корабля. Сейчас посмотрим. Я не знаю, откуда. Оу! Сверху теперь! Блин. Я вижу, как ты там что-то. Она долбится рядом со мной. Я понимаю. Я завариваю. Мы слишком долго в это не играли, чтобы так жестко стартовать. Да. Я сейчас ее зубами пойду грызть. А, я ее вижу. Я ее только что видел. Где? Механика. Я вижу. Я через пушку вижу, как ты починил, получил механику. По-моему, эту штуку разорвал только что. Я надеюсь. Скажи, если она еще будет тревожить. Хорошо. Потому что это, по-моему, последний был. Напоминает, что потолок делал рукожопы, и поэтому он протекает сквозь две плиты. Нормально. Ну, с реактор ломается. У нас реактор почти сдох, я его чиню. Интересно, он бы взорвался? Нет, он просто из строя бы вышел. Жаль. У нашей подлодки очень хорошие характеристики, но если мы долбанемся об что-нибудь... А когда начнет все откачиваться? Так уже все, лодка откачана. Я плаваю. Где? Я бегаю сейчас вот, ну, практически по нижней палубе. Генераторный. В реакторной, точнее. Я тут плаваю немного. Ну, лодка откачана. Я не знаю, сейчас подойду, посмотрю. Ну, это просто небольшая починка. Ну, это все равно так и остался симулятор починки. Ребят, да. У нас бот сломался. Я видел, он там тра-та-та-ра-ра-ра-та-та. Можно его застрелить? А-а-а! Нас тут под... под реакторной, оказывается, стена отсутствует рядом с насосом. Ну вот, видимо, из-за этого и хорошо все. О, меня смыло. Надо сломать дверь в генераторную, в реакторную. Да ё-моё, все, я вообще. Как сломать дверь? Монтировкой. Нет, в плане, я хочу, чтобы она не закрывалась. Смыло. Выдавало. Понятия. Я хотел просто, как обычно, выдернуть провод из двери, чтобы она была открыта все время. И вода вытекала. Ну, просто под реакторный. Внизу до сих пор. Ну, то есть, ну, у меня игра до сих пор показывает индикатор течи там возле душка. Я, может быть, схожу. О, у него батарейки были. У кого? Да, типа. О! А, у меня и так полный баллон. Кислородный. О! Я сдох. Я его впустил. Ты бота вытащил? Втащил. Так, я, ребят, вроде отключал марш. Я на улице, секундочку. Погуляется. А я не могу туда вниз протиснуться. Лодка движком уперлась. Классно. Можешь мне отплыть куда-то? Да я даже не знаю. Тут, в принципе, все починено. А вот тут он пытается починить, это я понял. Потому у нас шлюз затопленный был, все нормально. Бот пытался заварить шлюз. Откуда сейчас-то льется? Очередная дрявая текстура. Классно. Иди ты нафиг. Я хотел как лучше. Я хочу, чтобы в пушках, в ящиках со снарядами для пушек, для всего, чтобы было в 3-4 раза больше патронов, потому что ты нисколько фанишься... Ой, блин, я сильно сломал. Нисколько фанишься, я пока помню, стреляешь, а сколько бегаешь, блин, перезаряжаешься, если тебе на... Ой, еще один.
это ремонтный десант. Ладно, поплыли дальше. А мы оба можем ремонтировать? Ну, видимо, да, для ускорения процесса. Теперь инженеры будут в четверо. Ладно, их теперь не четверо. Теперь они будут вдвоем подбегать к одному щитку и чинить его. Да. Учитывая, как чувак не мог заварить два места. Не, ну. Ладно, поплыли, черт с вами. Не до. Нет. Я побежал. Нет, у нас просто просадки с электричеством, у нас батарейки разряжены. У нас щиток течь. Сдох по пути. Да, у нас щиток сдох, просто все нормально. То ли щиток духнет, то ли еще что, я не знаю. Ну, реактор. Так. Реактор пол этого сожрал. Просканировали, вон, скантарджит, 60 метров. А что за говно у нас с реактором вообще? О, пошел. Он холоднее, чем должен, он слишком холодный. Мы снизу выходим? Получается, да. Можно все же стержень заменить, хотя он только на 50% сожран. Как считаешь, более правильно? Кто ж его знает? Все, я припарковался, короче. Ты на якоре? Ну не на якоре, я автопилот включил, сонар выключил. Нас интересуют три цели, Сигма, иди возьми маяк. А где? У меня в инвентаре, на. Вот такой в огромный такой коробок положили три маяка, спасибо. А на этот маяк что-то сбежится или нет? Хороший вопрос, я это сам еще не делал. Я внутри. Чего именно? Я не знаю, это живое или не живое, вот тут какие-то трупы плавают. Ага, он уже залез. Давай. О, привет. Я тогда с фонариком. А еще вот я тут, короче, вот тут трупецкий. Краулер. Недалеко уполз. Ой. Давай тогда, иди я за тебя. Ух, ё-ма, назад! Её. Назад! Я успел в него. Так. Что мы будем делать? Ну, убивать его. Подождать слага? Где вы там? Попадание! Ё-ма. Меня я на перезарядку прокололи. Пошел. Отплыви от него, пожалуйста. Отплываю. Все, он сдох. Ай-яй-яй-яй. Сигма, тебя подлечить? У меня с собой есть У нас корабль дохнет, по-моему. Чего ты взял? Я слышал крик о помощи духов машины. Хром. Здесь реактор. Ужасно тихо, камера балластная, все практически. Тебя не смущает то, что ты течешь? Не. Ну ладно. У меня с собой все есть, я же говорю. А че не хилился тогда? Я думал, ты ждал, когда я тебя похилю. Помогите собрать гарпуны. Нет! Ух. Потому что еще. Я две твари эти еще нашел. Я уже слышу, да. А, так. О, папа, ты зачем? Ты к нему открыл-то? Стрелять? Я где-то один гарпун где-то просрал. Оно почти сдохло. Есть. Гарпун не свернул. Да, чтоб тебя. Да. Это я взорвал его. Будем их хватать. Или потом сюда с чемоданчиками приплывем, все будет. Я бы не знаю. А кто-то сканирует фигню, что происходит, не? Нам нужно пойти, да, во-первых, сканеры скинуть. Я вижу метку, куда надо сканировать, походу. Вон она подсветилась, да. Символы вьются, словно лозы вверх и вниз по стене. Время от времени ответвляясь в стороны короткими отпостами. Как кто я ставит? Думаю, я достаточно поехавший, чтобы. Ух, ё-ма, плывет! Что, ставить? Не знаю, ставь, наверное. Я поставил, сканирую. Ай! Да отпустишь ты меня, что ты! Кто с ним? Сейчас рванет или что? Все, минус. Пробитие.
Заряжаю последний стак на дробаш. Я гарпунами сражаюсь. Отдай, пожалуйста. Спасибо. Ром, ты утекаешь. Черт, тебя похилить? Ща, я это... Так, еще это задичивали. Я в порядке практически. Ошалеть, где я вообще? Опа, а тут дверь крутая, надо бы ее вскрыть. Вы внизу? Ну, я куда-то вниз был. Я тут какую-то лутовую комнату нашел. Круто. Подождите. Я плаваю, пока безопасно. О, артефакт. Ты вправо вниз? Вообще вниз? Стой, я прям вниз-вниз ухожу, подожди. Я не прям вниз-вниз. А я выход нашел. Слышите? Что-то бьет. У нас, по-моему, корабль дохнет. Так, ребят, я в комнате с надписью до сих пор. Тут туда ошалеть. Чё, почему я надписи могу отсюда дох читать? Потому что я слышал реактор. Че ты тут делал с этой штукой? Вот жопой чую, что-то не так, я сплаваю. На корабль? Да. Нету пока со слагом. Фру, можешь у двери ждать, я тебе сейчас открою ее. Тут? Да, жду. Да. Она открывается? Нет. Да. Зашел. Что тут есть? Артефакт, холдер. А, ну он сюда не вставляется. Сканер, что ли? Нет. Не сканер, странно. Либо я раньше... Я как-то то ли медленно плаваю, то ли я не понял, что со мной сейчас. Чё там, как дела, Сёмля? Ну, пока только пара дырок в корпусе. Сильно рвётся, да-да-да. Ну, почему это я читаю ещё? Магия. Ну, и пара щитков сдохла. Не знаю, чем инженеры занимаются. Инженер просто туда-сюда... Что с инженером? Почему она коснутая? Она в этом, в доке до этого застряла. Кто-то ее накормил каким-то говном. Ох, ё-моё! Не надо, блин! Вроде все хорошо. Я этих стражей в утробе убивал. Хорошо. Их, по-моему, делают, они рождают. Ну, вот эта вот штука, в которой они находятся, это утроба называется. Ну и пара щитков сдохла, но это база нашего корабля, я не знаю, как комментировать. У них, кстати, текстура сломанных так и остается, только я их починил. Там внизу что-то... А, это пробито. Просто наискось. Опа. Осторожно. Внизу. Ну. Блин. Так, дай снесу его нафиг. Но коцает, но зато... О, Фром, нашел, куда этот ставить. Угу. Вы куда уплыли? Да. Дальше. Чёрт знает куда. В какую сторону комнаты? Вниз, направо, плюс-минус. А, Фром. Иди глянь. Видишь это, что это? Чё, блин? Ни хера себе. Ты сканер? Нет, Фром, он у меня коцает, ай. Артефакт этот? Да, посмотри на это. Там, слушай, сверху какой-то пердеж идет. Это с корабля. Ну что, берем его в руки и поехали? Подожди. Он тебя, видишь, коцает? Вижу. Нам нужно свалить. Короче, я проделываю сейчас дырку здесь насквозь и валят. Понял? Нам его доставить надо? Нет, это... Ну я бы забрал его. Там он коцал нас в корабле. Да. А тут далеко до корабля? Хороший вопрос. Может, пока не надо? Давай миссией займемся. Ладно, давай.
Смотри, сканер надо поставить. Поставишь сканер? Где, как, что, говори. У тебя возьми сканер в руку. Ну. А, зажми правую кнопку мыши и пока не ставь. Вон, видишь, там точечка оранжевая? Внизу, да. У тебя сетка открылась? А? У тебя сетка открылась? Да. Ну вот, подплываешь к точечке оранжевой, ставишь его, его на сетку. Хотите? Вот видишь, сканируется. Это говно на ногу прилип. Да. Брось. А то уронишь. На нафиг. Помидор меня жрет, а не я его. Отстань. Он присасывается ко мне, у него хп восстанавливается от этого. Иди нафиг. Великое сражение с помидорами. Великое сражение с... Я сейчас в него буду из гарпуна стрелять. Хана тебе, черт, у меня есть резак. Типа... Я не знаю, я его резаком уже сканировала. Ну, ты его подобрал? Да. Сейчас на карте чекнем. Она пропала. Нам теперь влево нужно за следующей целью. До 40 метров, офигеть. Это, не-не-не, это надо будет на лодке плыть. Это нам, типа, надо сниматься с якоря. Ну, в этом же комплексе, Фрум. В этом же? Да. Он огромный. Там 140 метров, и это все. Ну, короче, просто влево идем. Вот когда увидим, норм будет. Ладно, я невозможно вижу. Невозможно использовать. Ты видишь то, что я сейчас вижу на экране или нет? Вау. Только я вижу сканер, да? Ты видишь сканер? Только свой, я вижу только свой. Ну, а зачем ты его типа взял и сейчас зажимаешь. А. А, да-да-да-да-да. Только если ты держишь его в руках, то только ты видишь. Я понял. Фонар? Я вижу какую-то точку слева от меня красную. Мне туда плыть? Красную? Может, ну, да, оранжевую? Красную. Нет. Красную. Красный этот. Мы приближаемся к нему. Ой! У меня гравитационная ловушка здесь. Сейчас я приду, попробую отключить. У меня нет артефакта. А, у меня два. А тут вроде неподалеку был. О, Фрум, ящик с... Инопланетная живность. Брать, не? О, привет. Я вултал уже. Пофыли за мной, алло. Давай. Вултусы. Ну давай. А я флайер беру. Ты знаешь, как выйти туда? Да. Я знаю, как получить люлей. Ну вот, короче, вот туда иди, отключи его, пожалуйста. Кто там с артефактом? Отключилось? Да. Знаете, жутко здесь на самом деле как-то. Очень даже. Вообще пофиг. И что, мне его просто дропнуть? Нет, зажать правую кнопку мыши внизу и поставить. Внизу место, которое надо сканить. А, ты же сканишь, все, я понял. Да. Кто это? Юу, это мозг. Индуктор. Мозг! Давайте долбанем по мозгу, а? Тебе. И тебе ответит центральная нервная система. Что это за гадость крутится? Это... Инопланетный датчик движения. Ого его! Скрутим? Давай. Получается. Mission accomplished, всё. Мы слишком тупые. Всё отлично обсканировали. Что за пиявка? Что за... Резаком её сожги. А я сейчас что-то не то притронусь к чему-то не тому, и оно у меня как это, ладно. Оно множится! Да. Когда оно тебя грызет, оно будет размножаться. И еще хп-7 становится. Ты с этим файлом ходишь сейчас, что ли? Физикоревый гарпун, насколько кислородита, что? Планетный материал. Кислородит это то, чем если у тебя кислорода нет, баллон перезаряжать. Пипец. Тебе фабрикатор еще нужен. Короче, кислородит это камень, который при взрыве. Мы на выходе или мы еще здесь? Оно, мы залутали плюс-минус, все. Особо больше. Мы можем еще этих на металлолом раскрутить. Да зачем? Я не знаю, стоит ли нам эту херню вытаскивать, дамажить у нас. Как мы его будем... А, давайте. Она прям, жжется. Да, она хорошо прям жжется. Куда-нибудь ее скинуть в группу. И потом запретить заходить. Я не знаю.
Я, по-моему, сейчас выплыву наружу. Да, я наружу сейчас выплыву. А, не, да. Да-да, я на пути. Я в комнате с надписями. Так, пацан. А куда мне надо плыть? Хороший вопрос. Похоже, что на верх это выход. Тут огромный стол, а, вот, для артефакта. А, вон там Сигма снизу, да? Ага, пошли с нами. Да. Куда? Сюда. Сейчас направо, по-моему, надо. Сейчас направо, я не помню, насколько далеко до лодки. Потому что мы его не сможем постоянно в руках держать. У них там кислородные баллоны кончаются, если что. Да может там тип скафандр надел и дышит. Вот это говно? Не, это другое что-то, подожди. Это я подобрал на всякий случай. Это обычно. Я нас куда-то не туда привел. Нас не туда явно привел. Да, это выход. Я здесь был. Стой. Да уж. Интересно, как увлекательно зрителям это смотреть. Невероятно. Я бы другое спрашивал. Сколько зрителей понимают, что сейчас творится на экране? Крайне мало. Не, я ожидал еще более крутой вопрос. Кто из зрителей, смотревших Баратравму, еще остался после такого перерыва? А, на этот вопрос я тебе отвечу. Есть еще. Да. Суземи. Привет ему! Фашист маленький, очень любим тебя. Можешь создать еще твинков, нам нужна работа на сроки. Да. О, тут правильно, сейчас идем направо, потому что тут дырку я помню. Плюс, плюс. Вот. Я ж жопой чую, где находится артефакт. Открой. Сейчас открою. Мы здесь не были, кстати. Да. Пипец, жопа чует. Плохо жопа чует, видимо. Вот он. А, нет, вот он. Что это? Ага. Жжется. Ну, сейчас пол проплавит и упадет под воду. Не-не-не, подождите, у него... Посмотрите, у него волны случаются. То есть ты его тащишь, пока у него не начинается истерика, а потом бросаешь. Он потащил, а ты зырь этого хомяка. Брось! Ух! Оно закипает. А что с ним? А может его в стойку для артефакта нужно воткнуть? Можем попробовать. А! Попуковый хватит. Блин, это можно смотреть просто вечно, как хомяк тащит. Я готов. Мы продолжаю гореть. Ну, потому что ты близко находишься. Его не обязательно прям в руках держать. Его можно просто находиться рядом и дохнуть. Мне уже кидать его сейчас надо будет. Дверь! Он вниз улетит. Пофигу, я живой еще. Сигма, если четко, ща. Да что это за... Кам? Мы куда-то... Куда плыли? Мы не туда. И поплыл в другую сторону. Я жопой пощупал, когда он начнет печь. А почему он продолжает печь меня? Ай. Блин, давайте уже выбираться. Да, я хочу очень этот артефакт воткнуть в ту дырку, которую, помнишь, я открывал? Так, давайте тогда определимся. Мы его тащим в куду. Сначала к дырке, а потом если чё, к кораблю. Ай! Ладно, здесь давай. Он далеко дамажит. Алло, можно его возьму, пожалуйста, спасибо. Я не знаю. Самая мерзкая гадина вообще на этой планете. Отстань. Ладно, я пристал к нему, но не важно. Слушайте, раз эта штука такая энергичная, может быть ее к нам в реактор потихонечку? Да, он лопнет от этого нафиг. Офигеть, закрой дверь, пожалуйста. А, но попуковой хватит. Надо откинуть, отплывай. У него есть сложные приступы? У него есть приступы, когда он на секунду напукает и прекращает. Как сейчас. Надо его сейчас кинуть будет. А мы не туда приплыли опять. Да ё просто. Стой, мне батарейку надо поменять в фонаре.
Где это место, блин? Налево и вверх. Привет. Привет. Ай. Говно, блин. Это не артефакт. Кидать его пора. Стой, ты где? Далеко плыл? Уже обратно уплыл влево. Далеко? О. Нет, не особо. Сёмка, давай наверх. Да не могу его постоянно таскать. Он агрессивный. А. У него, короче, один приступ долгий, другой длинный. Ты наверх пошел? Да. Там, не спеши. Вижу, вижу. Я сольфа обожженный. Давай, фрум снимай. Я вот. Ох ты ж, ё. Сейчас мне надо дверь открыть. А? Вау, оно работает. Поставь на место. Че, мы его тут оставляем? Ну, да, видимо. А, ну, наверное, да, просто что нам с ним делать, если оно предусмотрено для работы здесь. Я не знаю, что оно здесь делает, может оно ультимативно открывает все двери и как-то так, я не знаю. Может, мы открыли секретную фракцию вот этих гнит, и они теперь нас бить не будут. Да, можно быть еще более оптимистичным. Я могу попробовать вскрыть взорванную этот матку. Блять, как это ужасно прозвучало. Вы справа или вверху, где? У подлодки уже. А, да. Я выбрался. Угу. Но лодка села, да? Нет. Но они, видимо, затонули. Это было. Нам вот там надо потолок пробивать. Потолок пробивать. Интересное приключение. На самом деле, а, да, сейчас приходим, ботов нет. Да. Где я? На подлодке. Добро пожаловать на да, борт. Да, подлодка обесточена. Обеспечена, а. Обесточена. Эти твари живые? Живые. Не знаю. Он просто этот съелся и все, поэтому мы утонули. Нет. У нас щитки сдохли. Да. А кто стержень достал, я извиняюсь? Я, потому что он пустой. О-о-о-о. Блин, как у нас все-таки подлодка эпично заводится. Да, вот эта фишка мне всегда нравилась. Хорошо. Новенькое что-то посмотрели. Теперь нам бы куда-то припарковаться по-человечески. Да, на ванпост, например. Всеми ногами за. Сейчас поплывем. Входите, щитки пока чините. Да я это и делаю. Как только зашел на лодку, я тут, блин, шатаюсь уже. Четыре штуки починил. Так, там насос, что ли? А, нет, нормально. Этот надо бы починить. Все надо починить. Ну я пока починю все в своей рубке, потому что... Рубка уже... О, рубка. А, это старый. О, привет, живой еще. Так, а где еще одно чучело? Один в насосный застрял, не может выбраться. Откройте его, может, пожалуйста. Нет, он по лестнице не может забраться, типа... Инвалид? Ребят, сядьте кто-нибудь на пушку, снесите шпиль. Сейчас. Я далеко. Сейчас, подожди. Я бегу. Я ближе. Еще вооружейку надо подзаглянуть. Ой, а что там твари в шпиле много, внутри шпиля твари много. А можно нет? А пока не спустишь, блин, спереди. Ох, ё-мо. Нет, я, пожалуй, пока не буду фрум ползить сюда. Может туда... Сельсы? Да. Только тебе поближе придется, наверное, подпить, потому что я не вижу. Шпиль сверху, снизу, где? А по прямой... Кто на рельсе сейчас? Я. По идее, ты видишь я их могу сейчас, из носовой нет. Снести, стрелять, нет? Слышь, Сигма, короче... Сядьте на верхнюю. Сигма, вправо вверх стреляй. Вижу! Просто до жопы их здесь! По идее, сейчас меньше должно быть. Не, все, они сдохнут. Я отплываю. Хорошо. Прям все? Ну, я видел, что во взрыве растворились все. Ну, надо быть бдительными, они могут стоять дальше.
Я еще начал стрелять в ту сторону, но было уже... По какой логике подключались перископы, мне интересно. Ей не было. Явно не по самой здоровой. Ну хватит, пожалуйста, ребят. Почему перископы, стоящие спереди, относятся к задним пушкам? И самый задний перископ относится даже к задней пушке. Хватит, пожалуйста. А, нет, самый задний к передней. А после него идет тот, кто сзади. Че, стой! Все в порядке. Чуть это... не клюнули нафиг. Это высший пилотаж. Если вы не поняли, что это высший пилотаж. Не поняли. Вот этот вот весь обход шпиля, это все высший пилотаж. Ясно, понятно. Мы сейчас направляемся в куда? На аванпост Дефед. Сколько до него? 1800 метров, 1600. Угу. Далеко. Нормально. Ну это по всем координатам до него тысячу. О, сверху три твари какие-то были. Ой, четыре. Готов. Ой-ой-ой. Я не вижу никого. Сзади они сейчас будут уже. Я на задней пушке, на хвостовой. Ё-моё. Я тут с таких... У нас конденсаторы дохнут просто потому что. Вот на ванпосте будем, я закажу нам ремонт подлодки. У нас, скорее всего, где-то что-то не так. Явно. Нам техобслуживание нужно. Косарь метров остался, ребят, давайте. Давай, гони. Пожалуйста, будьте все вооружены. Да я на верхней пушке сижу. Я ее чиню. У нас конденсаторы дохнут просто потому что. Тихо! Ай! Посмотри на этих тварей! Где? Каких? Везде! Вообще, везде, абсолютно! Я в своем секторе вообще ничего не вижу. С другой стороны. Никого не. О, вижу! Снизу они. Ползуны. А куда он? Из корабля вылез у нас. Пипец. Как лунтик такой. Я родился. Ребята, ну 300 метров вверх просто подняться нужно. У нас плывучестью подлодки, ну, как она не, она очень плохо всплывает, но очень хорошо тонет и влево вправо. Днище пробили. Я вижу, все днище вообще дырявое, как старшвейцарский. Какой черт вообще. Так, ладно. Самая главная проблема нашей подлодки, это ее... плавательные характеристики. Она очень быстрая, но вверх всплывает. Ну, я не знаю. Ну, ребят, нас что-то очень быстрое догоняет. Сядьте на нижний рельсотрон, пожалуйста. Там по ползунам стрелять. Там не ползун. Там не ползун, скорее всего. Я на рельсотроне, давай. Может, они толпой из-за этого сонар багается. Ну, в плане не багается, это фича сонаров и радаров. То, что когда... Очень много в одном месте, оно кажется, да, что оно большое. Да, это было в 41-м году, если что. Тогда вон американские радары не могли отличить, что это было. Стая птиц или самолета. Но не в космические же времена. О, мы пришортовались. Мы в водичке находимся. Почему тогда мы рыб не замечаем самых маленьких? Руин Рейдер, что пришла. Провернусь. О, мы почти этот, на синий. Кэрри а, вот, дружба всем раздавила водой. И Астрид покалечена, ну, в принципе. На него что, скафандра не хватило? Я не знаю. Ох уж эти люди. Да. Низшие организмы. Руины были отсканированы. Успешно. Не, на самом деле это было достаточно весело. Да. В каком-то веке мне даже удалось пострелять и не в вас, а в монстров. Ну, то есть, это да. Ну, это успех. Yeah. Так, хорошо. Тогда, ребятушки, я думаю, что мы сейчас где? Мы сейчас вот здесь. Mm-hmm. Сколько нам до следующего биома там? Не так уж далеко вроде, да? Мы уже достаточно далеко зашли. Ну, на следующее биома, ну вот, буквально... Две остановки. Ну да, по сути. Хорошо. Нам бы до исследовательского центра, если мы доберемся, будет хорошо. Да, согласен, это было бы интересно. Ладно, тогда, думаю, на этом мы будем сегодняшнюю серию заканчивать. Она в каком-то мере получилась не час, она и интересная.
Вот, вспоминательно. Поэтому... Вспоминательно, да, можно и так сказать. Вот, так что, все, ребятушки, будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующей серии. Она выйдет не через год, а чуть пораньше. Я подумаю, удачи. Мы подумаем. Добра в прошлом году. Всем ладушки, всем покеда. Адьё. До связи.